Витвір мистецтва – це куточок Всесвіту, який ми бачимо через призму певного темпераменту. Про це казав Еміль Золя. Сьогодні ми поговоримо про органну музику, але з точки зору і з точки виконавиці, саме з жіночої позиції щодо органу, з відомою італійською органісткою харківського походження Оленою Домашевою де Кароліс. Отже, Олена, я вітаю вас в нашому рідному місті. Спасибо, здравствуйте. Скажіть мені, будь ласка, як це сталося, що ви, я так розумію, піаністка, так? Да. І раптом такий, ну, чоловічий інструмент, орган, бо він потребує дуже багато фізичних сил. Да, конечно. Путь немножко длинный получился. Я начала, как все детки, учиться в музыкальной школе на пианино. Вот. И потом поступила на фортепианный факультет в Харьковскую дистилитку. И там же ее окончила как пианистка, но параллельно начала писать музыку как композитор. И потом поступила в консерваторию уже как композитор. Вот. И обучаясь в Московской консерватории, меня заинтересовал этот инструмент просто, чтобы добавить его в свою палитру инструментов, чтобы изучить его. Я пошла на факультет органной Московской консерватории, начала заниматься с профессором Паршиным. И там как-то не могу объяснить, что произошло, но он меня так вовлек, что я не только его изучила, но я захотела на нем поиграть. Вот. И с тех пор началась моя вот именно деятельность как концертного органиста. То есть еще в 1995 году. Угу. Ну и є певна різниця між органами, на яких ви грали там, ще будучи в Росії, в Москві, і вже коли ви приїхали до Італії, переїхали і тепер? Звісно. Ну, в Італії я оказалась по сімейним обстоятельствам, я вийшла замуж за прекрасного італьянця Джузеппе де Кароліс. Вот. И, естественно, мне, как говорят, подфартило, потому что в Италии это католическая страна, там очень много церквей именно с органом и действующим органом, что очень важно, потому что наследие у Италии очень богатое, но многие памятники, так сказать, культуры, они в заброшенном, к сожалению, состоянии, потому что их по причине большого количества не успевают за всеми уследить. Вот, органов там очень много, и у меня разбегались и глаза, и руки. Вот, и я была счастлива, что я оказалась в той стране. И разница, ну, скажем, да, есть, потому что там все-таки культура, это история этой культуры органной намного длиннее, чем у нас. У нас только сейчас она возрождается, и очень бурно, я бы сказала. Здесь количество органистов на количество инструментов, именно органов, намного больше, как в России, так и на Украине. Там, наоборот, больше инструментов, меньше органистов. Що приваблює вас в органі? От ви сьогодні вже можете сказати, що чим вас захопив цей інструмент? Що в ньому такому? Я не знаю, може бути, буде дуже цікаве порівняння, але мені з дитинства подобались саме мотоцикли. Вот, тому що ти його чувствуєш весь в твоїх руках, ти їм управляєш більше, ніж машини. Может быть, какие-то детские вот эти ощущения, они как-то трансформировались потом в музыкальном искусстве. Мне нравится, когда в моих руках мощь, да, и я могу этим управлять. Не знаю, ну и потом, конечно же, там что-то космическое замешано, вот, слушая музыку Баха, даже не музыканты, они входят в какое-то состояние практически транса. И вот, и меня поймут, наверное, даже если я не объясню, это словами сложно объяснить. Звідки берете фізичні сили? Адже така струнка дівчина грає на такому потужному інструменті. Не завжди смотрите на телосложення. Це просто гени, так сказати. У мене, видимо, в сім'ї такі гени. Вот. Но сил мені вистачає. Вот. Даже не знаю, откуда. Мені просто це подобається. Наверное, в этом секрет. Мені подобається те, що я роблю.
Ну, от чи були поки якісь складнощі? Адже це інструмент, який вимагає ну всього тіла, можна сказати. Так, да, і руки, да. і ноги, все задіяно, і все повинно. Це була така концентрація. І... Там самый сложный момент – это координация. Угу. Вот, и, естественно, изначально, если ты, так же, как изучая любой инструмент, входя в эту технику этого инструмента, ты должен перебороть этот этап, точно так же, когда начинаешь говорить на иностранном языке, этот языковой типа барьер, там тоже есть барьер. Вот, если ты этот этап пересидел, то есть ты себя заставил, нашел эту координацию, сначала очень простую, ты пойдешь дальше и будешь уже развиваться. Но... Это вот, я говорю, как в любом искусстве, просто нужно понять, насколько ты это хочешь, насколько тебе это нужно, и тогда все получится. Якісь улюблені, як у кожного виконавця, улюблені автори. Я люблю орган. І поэтому все, що написано для органа, мені нравится. Да, я даже исполняла произведения своих однокурсников, композиторов, которые были младше меня. Угу. То есть те, которые то поколение, что было за мной, и с удовольствием исполнила, потому что это было талантливо. Если меня это убеждает, оно мне нравится, любого автора. Вплоть до того, что хочу поделиться сейчас. В Италии я встретилась с очень интересной, скажем, певицей, если можно так назвать. Она рок-певица, молодая девочка, 20 лет. Вот. Но у нее есть талант. Я ее слышала на площади петь с папой, у нее папа музыкант. И она в этом жанре легкой музыки работает. Я в этом, скажем, сакральном жанре. Мы с ней встретились, попробовали сделать общую программу, репертуар. И сыграли этот концерт там, в Италии. Он произвел такой фурор. То есть я, в принципе, всеядна, мне все нравится. Главное, чтобы это было убедительно и талантливо. Вот. И можно делать очень интересные миксы угу. с органом. Угу. Ну, тобто ви перекладаєте якусь сучасну музику, ну, наприклад, рок-музику для органу, так? Да, она тоже мне спросила, зовут ее Роселля. Она мне спросила, а ты уверена, что у нас получится? Это же такой инструмент, все к нему подходят очень благоговейно. Да, я согласна, у него возможности не ограничены. Если угу. у тебя есть творческий подход... Я говорю, он может сымитировать все, что угодно, этот uh-huh. инструмент. Но, естественно, чем больше орган, тем у него больше возможностей. Меньше органчик, естественно, меньше. Ну, мені здається, це звучить переконливо. Звучатиме повинен рок на органі. От в тому-то і діло. Є різні експерименти, пробують, допустим, з акордеоном соєдити орган, з саксофоном. Ну, от з голосом, от таким поп или рок, як це назвати, вона навіть сама не може свій стиль определити. Вот. Но она перепевает вот мюзиклы, скажем, Нотр-Дам, репертуар Майкла Джексона. Он такой вот стиль, он свободный. Uh-huh. Вот. И, как ни странно, получился продукт очень интересный. Адаптировался орган под нее, она под орган. От я не знаю, як це вийшло. А взагалі, ви, що вам ближче? Сольне виконання на органі, чи ви можете десь в дуеті, чи в якомусь і то, композиції? І то, і друге. Звісно, коли ти виступаєш один, на тебе більше відповідальності, угу. ти більше устаєш. Це звісно. Угу. Коли з кимось ділиш, вот, з однієї сторони менше устаєш, з іншої сторони виникають нові питання, потрібно мати цей, скажімо, тандем творчий. Да? Якщо людина не знаешь, быстро с ним войти в контакт. Вот. Это тоже сложно, но безумно интересно. Угу. Я розумію, що в Італії це готова публіка до звучання органу. Як ви себе почували? Адже ви, ваша, це неприродні органи, це звучання і таке спілкування з тими, хто дуже знається на цьому. Вопрос интересный, да, я его поняла. Вы знаете, я даже не знаю, в чем там секрет. Да, у нас другая культура, здесь православная, все-таки, вот, скажем, хоровое пение, орган, mm-hmm. это то, что к нам пришло.
Ну, в чем был секрет, не знаю. Видимо, очень удачно я интегрировалась тоже в их общество. Но это язык музыки, он как бы интернациональный. Вот. И что касается публики, она оказалась очень открытой. Там они, общий уровень, скажем, культурный, как я увидела своими глазами, может быть, я ошибаюсь, немножко ниже нашего, потому что дети получают другое образование, у нас все-таки оно более серьезное, музыкальное, и поэтому для них это очень чуждо, особенно классическая музыка, их нужно приучать с детства, я тоже хочу сейчас там в дальнейшем этим заняться. Вот, моя публика началась с небольшой группы людей, человек 15, которые приходили там на мои концерты, но поскольку я их сама вела, я объясняла то, что я играю понятным им языком. Угу. Вот. Публика начала расти. Вот за эти годы, сколько я в Италии, набираются уже полные залы и постоянно приезжают, и даже ищут там уже меня люди, которые один раз послушали, хотят вернуться. Вот. То есть вопрос получается именно образование, внедрение вот этой вот именно классической музыки, которая для них практически неизвестна, вот чтобы она вошла не только в их души, в их дома. Угу. Навіть так, отже, ви пояснюєте, не знаю, там, Баха та Генделя, розповідаєте їм про такі... Так, я розказую таким язиком, як би, понятним для них. Вот. Я просто об'ясняю, де вони жили, в якій країні, в якому віці, приблизительно, що в це время відбувалося в історії. Тобто історію плюс-мінус всі це знають, щоб вони орієнтувалися. Ну от розказую, де працював, ким працював композитор. Чуть-чуть факти біографії, але немного, вот, щоб, да. Всего было в меру. Вот. И постепенно им объясняю. И в итоге публика очень такая, скажем, неорганизованная. Там они шумные такие, как вы знаете, да, там что-то переговаривают, комментируют. В итоге последний концерт я записала, было слышно, как пролетал комарик. Тишина. Да. Ну, це такі сакральні споруди, в яких встановлені ці органи. Це не ж не зовсім такий концертний, як в нашому варіанті. Да, от то, так? Про що я розказую, скажем, моє місце, скажем, моя лабораторія там в Італії, це церковь, да, католічна, правда, небольшая, тому що я живу в небольшому городке Ф'юджі, це недалеко від Рима, звісно, дуже термальний істочник. Вот. И церквушка католическая, да, и, естественно, там акустика другая, не так, как в концертных залах, но у них есть и филармонические залы в больших городах, в Риме, Неаполе и так далее, где установлены органы, но как-то вот люди слушают орган охотливее именно в церкви, да. Як композитор ніяк себе не реалізуєте? На даному етапі, да, у мене все приостановилось. З останньою випускною роботою в консерваторії була написана бурлеска для Большого симфонічного оркестра. Це була моя дипломна робота. І як би все, ну так сложилось. Там приостановилось моє творчество. Вот. Но я з удовольствием исполняю современные произведения, они мне понятны. То есть даже я уже разбираюсь, где хорошо и где плохо. То есть, ну как бы меня к этому подготовили. Ну, просто именно сама пока что я еще не взялась заново за перо, видимо, что-то накапливаю. Ну, как вы думаете, вы будете писать что-то для органу? Вы знаете, поделюсь еще одним секретом. Я сейчас, когда вернусь в Италию к себе домой, у меня есть проект очень интересный. Я хочу организовать хор мальчиков. Угу. Вы можете представить, какие там будут голоса. Ведь Лучано Паваротти, он вышел именно из хора мальчиков. Угу. Вот, и оттуда началась его карьера, потому что, мне кажется, в нашем мире не хватает именно вот таких вот настоящих талантов, вот настоящего голоса медового, вот, то, что дано натурой, ну, природой. Я сейчас даже использую терминологию уже итальянскую, натура – это природа. Вот, и хочу создать типа такой лаборатории, где их смогу выращивать, и, может быть, для них что-то буду писать, посмотрим, как пойдет.
Угу. Ну, ви будете поєднувати, а вони будуть під акомпанемент органу? Звісно, да, їх... я хочу достичь того уровня, щоб вони пили акапельно. Угу. Ну, от як з камертончиком виходить, да, дирижер бере тон, угу. У кого нет абсолютного слуху, у кого є, це ля у них уже сидить внутрі, і знаходить необхідну тональність, їх настраює, дає їм голосом нотки, и они вступают акапельно. Но это уже верх мастерства. Естественно, вначале, наверное, что-то надо будет их как-то поддержать угу. аккомпанементом. А, ви давно живете в Італії, і це за останні роки ви вперше в Харкові? Нет, я навестила свою семью в 2014 году, угу. вот, в такой же период весенний. И это второй раз я вернулась сюда. Ну, уже с намерением оставить какой-то след, потому что у меня прям разрывало. Я еще когда узнала, что такое большое приобретение сделал город, как этот орган, очень хороший орган, мне очень понравился, специально выстроен для него органный зал, то есть это большие вложения, вот, и хотелось, и я очень любопытная, его попробовать, ну и подарить, как бы, то, что у меня было, вот, своей родной публике, и, честно говоря, стены помогали, я это сразу сказала своей семье, и мне здесь очень легко было играть. Наскільки змінилося все тут? Я, честно, когда приехала, я очень обрадовалась, потому что город видоизменился в лучшую сторону. И я прям сказала, я чувствую здесь какую-то благодать, я вам честно скажу. И я сказала, я обязательно сюда привезу своего мужа. Як взагалі складається ваша концертна діяльність? Де ви буваєте? Чи виїжджаєте ви... десь за межі Італії. Ну, на сьогоднішній день, звісно, я іщу серйозне концертне агентство, з яким би хотіла заключити контракт і щоб все було організовано. Ну, поки що я все сама на тих зв'язках, які у мене сложились за період навчання і роботи, я це все організовую. Вот, поки що це не вийшло на такі прям прямі рельси, ну от в зв'язі з цим моїм проектом, з хором, у мене є намірення все-таки поставити все це на серйозний професіональний рівень і почати серйозну концертну діяльність. А так я працюю в Римській опері, в театрі, да. Немного з балетом, немного з оперою, вот. Очень интересные люди к нам приезжают, большие звезды. Вот, могу угу. назвать имена. Значит, ну, Рикардо Муті, с ним непосредственно я работала, вот. Угу. Он ставил оперы, у него был большой проект спеть все оперы Верди. Он считается в мире лучшим его исполнителем. Даниэль Орен, дирижер, тоже мы с ним сыграли Болеро Равеля. Незабываемые остались воспоминания. Михаил Барышников к нам приезжал, я помню, он разогревался, я ему даже играла тогда. Вот. Ну, Карла Фрач, я непосредственно с ней работала. Ну и многие всемирно известные имена, там очень интересно, потому что очень активная именно такая гастрольная жизнь. Ну, та, спілкуючись з зірками, як ви почуваєтесь? Як швидко знаходите з ними якусь спільну мову? Як вони на вас реагують? Ну, вообще-то, лично на меня, а контакт сразу происходил моментально, но язык английский, естественно, общий для всех, mm-hmm. но он практически не нужен, только здравствуйте, до свидания, потом сразу же вступает в силу музыкальный язык, и там все ясно, понятно, руки дирижера и так далее, ноги танцора, и все, и там проблем нет среди артистов, по-моему, какой бы то ни было национальности. Голос... чи ноги? Що вам цікавіше? Ой, мені і то нравится. Ноги нравятся. Но я называю ноги, хотя в артисте балета все очень важно, даже кончики пальцев, потому что они тихо танцуют, они не кричат и уши отдыхают. И все это очень красиво для глаз. Но, естественно, когда работаешь с голосом, ты включаешь непосредственно твой материал, с которым ты работаешь, это звук, и там ты уже как бы включаешься полностью, и очень интересно, потому что это вообще это тот инструмент, который внутри тебя. Вот. У меня тоже была практика работы с вокалистами, тоже я там подсказываю, особенно в барочной музыке, там свои секреты. Вот. Очень интересно работать с голосом, он такой чуткий, на все реагирует, и это отдельная статья голос. Ну, это такой уже момент концертмейстерства, так? Да. Это особливо такое мистецтво, и это действительно трошки треба себе прибрати для того, щоб прозвучав так ваш партнер, ваш там голос. Конечно, вот начиная с, мне кажется, с училища, есть отдельный факультет концертмейстерского мастерства, он угу. так и называется. И пытаются объяснить пианистам, особенно хорошим пианистам, сильным таким вот,
что это отдельное искусство. Вот весь твой багаж, что ты накопил, что ты умеешь делать, ты должен поставить в служение солисту. Ты его должен сопроводить, проаккомпанировать, сделать так, чтобы ему было удобно. Вот. И кто там ведет, скажем, кто держит ритм, это очень сложно сказать, это дуэт. Это вот единение, скажем, душевное, я бы так сказала, наверное. Оно очень непростое, этому нужно учиться. Ну, дійсно, тим більше, що голос, він залежить від багатьох факторів. Не завжди вокаліст може сказати, що от я можу і ним керувати, так? Звісно, особливо складно жінкам, да, наскільки вони на все реагують, чоловікам як-то попроще. Дуже важливо, як ти виспався, дуже важливо, з яким настроєнням ти встав, дуже важливо, що ти покушав на завтрак, дуже важливо, яка погода, дуже багато факторів, да. И голос, ну и он, конечно, потом отплачивает, потому что то, что мы слышим, если правда хорошие данные, хорошая школа, ну мы получаем то удовольствие, ради которого приходим на концерты. Это материал богатейший, голос, но очень хрупкий. Так, а як ви можете допомогти, як концертмейстер? Вокалисту? Вокалисту. Мне кажется, главное создать атмосферу, чтобы ему было удобно, это самое главное. Не напряженно и в то же время, чтобы он не разболтался, чтобы он работал, это тоже непросто. Вот. Я помогаю музыкально, я могу что-то показать, напеть, как я это слышу, подсказать. Вот. Им очень важно мнение со стороны человека, которому они доверяют, музыканту, потому что он, когда поет, он слышит не то, что выходит, естественно, он же как труба, да, вот, которая звучит, и он внутри этой трубы. И для них этот человек очень важен. То есть не только педагог по вокалу, который ставит голос, но и музыкант, так называемый коуч, его сегодня называют, который следит именно, как ты выстраиваешь голосом произведение, которое исполняешь. Он тебе делает форму, все нюансы. То есть ему нужно на кого опереться обязательно, вокалисту. Ну, цей момент дійсно дуже важливий, аби щоб довіряли, да. Так, вам. А як ви туди потрапили? От цей шлях, як ви заявляли про себе, що вам можна довіряти? Про себе? Ну, зв'язки, вони зав'язуються зарані, я думаю, з учоби. Начиная, да, вот учиться в консерватории, я бы сказала, там же уже разные факультеты, отдельно вокалисты, отдельно пианисты, органисты и концертмейстеры. И там потом у меня еще был период, я жила в общежитии, вот тоже, это тоже очень важно, вот кто хочет, да, именно влиться в по-настоящему студенческую струю, хотя бы годик поживете в общежитии, там очень много чему научитесь и завяжете настоящие отношения, вот, которые могут длиться и всю жизнь. Это очень важно артистически, потому что люди потом разлетаются по всему миру. Вот. И я бы сказала, вот именно с консерваторской скамьи эти все отношения завязались, а там уже знакомый знакомого вот, рекомендуют, люди пробуют, если нравится, остаются отношения и работаем вместе дальше. Ну, сам цей процес, от ви приїхали до Італії, ви одразу вирішили, що ви будете ж далі продовжувати конечно. Музичну ну, кар'єру. Ну, звісно. І ви одразу знайшли, пішли до театру? Ні, я потратила где-то года два на то, щоб хорошо изучить менталітет, адаптуватися, почати хорошо говорити. Хоча з італійцями це не проблема. Буквально через два місяці я виражала любую свою мисль з небольшим, звісно, лексичним запасом, але не було проблем, вони дуже розполагають к общению. Но где-то два года мне пришлось немножко так присмотреться. И потом так получилось, что я работала в Большом театре, и я сказала там, что я переезжаю в Италию, и просто они мне сказали, к кому обратиться, вот там все друг друга знали, и они как бы сказали, на эту девочку можете положиться. Девочка, это было 10 лет назад. Вот, и там абсолютно без всяких проблем пришла в Римскую оперу. Они, наоборот, были счастливы. Карла Фрачи, вот та же, скажем, вот, она знала людей из Большого театра, сказала спасибо вам за кадр, и все влилось. А ваш чоловік вас підтримує в вашій діяльності? Він вас розуміє в цьому? Да, конечно, ми познакомились на гастролях. Я приїхала туди в Італію з небольшим колективом. Вот он пришел, послушал, ему понравилось. Учитывая то, что он сам человек творческий, он пишет для театра, для драматического сценария, сценарист. И мы таких два человека, скажем, ну, как любой творческий человек, немножко неординарные, и нашли друг друга. Але ж він не музикант, він розуміє це взагалі на музиці, він якось впливає на вашу творчість, на те, як ви виконуєте, як ви працюєте. Да, да, он і понимает,
И помогает, я бы сказала. Да вообще там в Италии люди все настолько талантливы, вот они рождаются все вот. Ну просто главное уловить, в какой сфере талант, вот. И там очень мало нужно с ними работать, им очень много дает природа. Вот, и что касается музыки, мне кажется, там поет не то, что каждый второй, каждый первый в Италии. Вот, поэтому эта моя идея с хором, она вот настолько меня захватила, что они все музыкальные. Вот, с этим там проблем нет, они и поймут, и все. Но единственное, что классическая музыка, это им нужно вот отдельно по капельке, такими инъекциями. Вот, ну потому что им просто нравится музыка, свои песни народные, то, что по телевизору, у них хороший слух у всех. А классика — это отдельная статья, нужно ее потихонечку внедрять, да. Але ж італійці полюбляють оперу. Да. Там є класика, італійська класика, да, в тому числі. Они, так? Вот как мы говорим, там сказки Пушкина наизусть, например, там, или какие-то цитаты из Кобзаря, да? Они точно так же напевают это мотивы оперы, люди не музыканты абсолютно, особенно Тоска, им очень нравится. Вот, ну, я просто живу недалеко от Рима, поскольку в Тоске Пучини действие происходило все в Риме. Риме, угу. Да, я помню, у меня был отдельный тур с моим мужем, он меня повез в Рим по тем местам, где происходили действия Тоски, и у них это в крови, они очень любят, да. Угу. Оперу. Ну, може, розпочати щось там, ви візьмете, є ж там багато прописаних хорів для, так, із різних опер, і візьмете. А для свого репертуару? Для свого Почему репертуару. Чому б ні, хороша ідея, спасибо, да, конечно, да. Користуйтеся. Чи є якісь плани ще приїздити до Харкова з якоюсь програмою продумати це? От, і... може бути, то, що я вам на ушко розказала про цю Роселлю, з цією певицею, скажімо, може бути, щось у нас вийде серйозне, і ми повеземо показувати потихоньку. Почнемо з моєго міста, звісно, да. У Харкова в цьому сенсі буде привілегія. Ну, когда это будет, не знаю. Сейчас нужно будет хорошо засучить рукава и начать работать над этим проектом, над хором. И потом посмотрим, как Бог даст. А взагалі, які ще є такі проекти? Що хочеться ще втілити? Про що мріється, але ще чогось не вистачає? Да, но прежде всего, пока, говорится, я молодая, хотелось бы поделиться тем, что я имею, как можно быстрее найти это агентство и как можно больше сыграть концерты, пока есть силы. И потом, естественно, педагогическая деятельность, вот дети. Я вижу, что они в этом нуждаются, они там как губки. Но там, где я сейчас нахожусь, вот в Италии, я сейчас говорю про Италию. И еще бы очень хотелось спасти инструменты, про которые я сказала вначале. Вот старые органы, которые, к сожалению, не нашли своего хозяина. Вот тоже хочу открыть такую программу. «Усыновить орган» называется в переводе на русский язык, да. «Adotta un organo» по-итальянски. Это значит, что люди, богатые или не очень, у кого какие есть средства, кто хочет спасти свое наследие, будут в этот фонд вкладывать деньги, а я беру на себя ответственность эти деньги потратить на восстановление этих роскошных инструментов, очень древних, порой им и 300, и 400 лет, может быть. Угу. Ну, дійсно, це така чудова справа. Ви кажете, що ну, є такі певні плани щодо там, концертів, а от педагогічна діяльність – це така вже назріла, я розумію, так? Назріває, так, да, поскольку я говорю, чувствую в себе ще ті фізичні сили, хотілося б поіграти. Но якщо не сложиться, теж наша життя, ви знаєте, як вона вся построєна з неожиданості, почну одразу займатися педагогікою, так? Да? Угу. Що сьогодні вам цікаво? Чому вам хочеться? Тобто вже накопичений ваш досвід ви хочете віддати? Чи щось ще у вас? Ну що, я дуже люблю дітей. Вот, именно этот возраст, когда они только-только становятся на ножки и идут в школу, да? Ну, скажем, вот этот 7 лет. И вот открытием именно вот этот мир, для них совершенно неизвестный, классической музыки, органа, но он вообще музыки, скажем, вот так, потому что там все это очень на такой, не поставлено на такую серьезные рельсы, как у нас, вот. И вот, может, частичку нашего образования, очень хорошего, которое я здесь получила, хотела бы вот тоже туда перенести. Ну, конечно, я не претендую на большие реформы, но то, что смогу, как мне сказал мой... Я даже осмелюсь сказать, друг Юрий Николаевич Григорович, если вы знаете, да, балетмейстер, он узнал, что я переезжаю в Италию, у него какие-то корни были итальянские, и он меня благословил, сказал, давай, иди потихонечку и делай хорошо свое дело.
Вот я хочу то, что могу, вот, внедрить туда вот эту систему более серьезную музыкального образования. Я дякую вам, Олена. Я хочу Спасибо побажати, нехай здійсняться ваші плани, і чекатимемо на вас і вже з хором хлопчиків, Удаємо. І не тільки з хором хлопчиків. І так, приїжджайте до рідного міста, тим більше, що є можливість де грати і для кого грати. Спасибо вам огромное, вам тоже. Всем счастья, здоровья и удачи, чтобы как можно быстрее все проблемы решились, и мы занялись настоящим. Дякую вам. И хочу звернутися до наших глядачів. Отже, слухайте прекрасно, ходіть на концерти.